Привет, друг, с тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Smotr Rage, все как всегда. И как ты понял по названию ролика, я сегодня тебе расскажу, как я угнал 30 угонок, как я нашел секретный склад угонок из 9 автомобилей, как мы их вместе с бандой жестко накрыли и устроили дикую зарубу. Короче, обо всем. Ролик ожидает быть очень интересным, так что приготовь что-то покушать, а я желаю тебе приятного аппетита и приятного просмотра. А перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере мне свой личный промокод Эван. Вводи его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей и VIP-статус на один день. Ну что, решил я как-то отвлечься от АФК фарма и как-то подзаработать. Работы по типу курьера мне не особо заходят, потому что там всегда много людей, лагает, нужно брать, успевать заказы, еще там не умереть, чтобы штраф не пролетел. Ну короче, мне это не нравится. И тут я вспомнил о системе угонок, которую добавили буквально в прошлом году и жестко переделали в этом. Не, ну в смысле добавили в 2021, переделали в 2022, потому что уже сегодня 2023, капец. Значит, как было раньше, в 3 раза в день после рестарта в 12:30 и где-то вечером от часов 4 до 8 спавнилось 3 угонки, которые ты мог угнать и заработали плюс-минус 350-500 тысяч. Там рандом выпадает. И, конечно же, пол сервера охотились за ней, потому что это легкие, можно сказать, деньги. Все, что тебе нужно было, это какое-то прикрытие, ну, если ты не самоубийца и сам не ездишь. Вот, и, конечно же, отмычки. У меня, кстати, есть видос с прошлого года, как это все происходило, достаточно веселый и интересный. Ссылочку оставлю в описании, можете посмотреть, как это было раньше. Но они переделали ее следующим образом. Теперь угонки спамнятся не 3 раза в день, а каждые полчаса. То есть в час тебе может выпасть 2 угонки, за которые ты можешь заработать от 40 до 56 тысяч, если не ошибаюсь. Тоже рандом. То есть они выплаты сделали в 10 раз меньше, но теперь достать угонку стало, можно сказать, 10 раз легче. Ну как 10 раз, если раньше ты мог брать 3 угонки, а сейчас 48. Знаешь, давайте перейдем ближе к сути. А, и совсем забыл сказать, что эта система доступна только для игроков в клане. Значит, первое, что нам нужно, это отмычки. Их можно купить, в принципе, у людей или найти в элитных боксах. Стоят они от 5 до 10 тысяч. Я их и сам и покупал, и продавал, и находил, и мне также их дарили. Спасибо Эвану, как бы это ни звучало. Второе, это мы приезжаем в местность гетто и в порты, и начинаем ездить по спорту. В принципе, на карте серая метка, вы должны ее заметить. После того, как мы нашли наш автомобиль, мы подъезжаем к нему, убеждаемся, что возле нас никого нет, достаем отмычку и кладем ее в активный слот, нажимаем на F, то есть открываем двери и нажимаем на E, тем самым начинаем взламывать автомобиль. После того, как мы взломали, на карте у нас появляется точка, куда нужно его отвезти. В принципе, спавнов есть очень много, поэтому если кто-то захочет ее у вас угнать, угадать, куда вам ее нужно вести, будет достаточно сложно. И после того, как мы приезжаем на метку, нам перечисляют рандомное количество денег в наш банковский счет. В принципе, на этом все. Ну и давайте теперь перейдем к самому интересному, к самому, можно сказать, ролику. Один день утром я решил поискать угонки, как всегда, и наткнулся на одну, которая находилась возле больки LS гетто. Чё стоим? Типа меня ебашит, типа помню. Ну, как вы поняли, меня убили, но я решил не оставить это просто так и приехать посмотреть, что там будет твориться дальше. И то, что я увидел, показалось мне очень интересным. Куда меня нахуй толкает? После этого он убил меня еще раз и еще раз. И в четвертый, если не ошибаюсь, раз я решил поехать на другом автомобиле и поискать, куда же он ее начал толкать. И увидел это. Хера! В
Нифига себе! Чел нас гонял себе у гонок. Вони всі зламані, можна брати і тирити! Або всі втопити нафіг. Ну почему, блин, как я подъезжаю сюда, мне вечно фризит? Короче, мне надо от этого Гагарина наказать, он меня заебал просто. Вон, можно в золотую молодежь пойти. Блять. Весь в винтовке. А чё он там забыл? А он просто на горе стоит, блять. Он начал меня тулить, блять, до этого. А, ну я могу, в принципе, со снопы пострелять. И примерно после этого момента я понял, что в соло я не вывезу, и надо собирать банду и делать мясо. Это охеренно сейчас будет ограбление, блин. Там на горе будет сидеть мусор со снайпой, скорее всего. Давай объедем. Поехали, убьем его. Камхаками уже будет видно, можем спрятаться где-то посмотреть. Вон. А вот, вон, да, по горе. Вон на мотике ездит, красным. На горе, спрыгнул вправо. Да, видимо. Уехал вниз. Он спалил, походу. На этом, на контейнере сидит, на фиолетовой, блядь, метку, как в пабге ставлю. Вот, на большом здании, Панамера фиолетовая. Это один. А, вон стоит один, видишь? Прямо. А, Рил. А можно и взрывать? Олимпа? Просто. Бля, точно. А, подожди, они заспавнятся, по идее, по меткам? Ебани с этой хуйни, с фейерверка, блядь. Фейерверк есть. Давай. Сейчас сколько? Ну да, они там стоят, Импала, СРТ, Супра, Мустанг, i8, RS5. Блядь, еб твою мать. По мне тулят. Сбоку. Сбоку. На горе, наверху. Блядь. Вы можете по машинам сесть и чисто растулить их с помощью тачек и все. Вон, бегут. Внизу, возле ангара двое. Стой. Они все в одном месте стоят. Раз, два, три, четыре, пять. Пять человек. Да самый переговорчик стоит, блядь. Эван, тебе привет от того, от Леонида, блядь. Справа, Ярик, справа двое. Постреливает. Чё? Там четверо. Да, давайте все туда поедем, посмотрим. Давайте у кого-то тусовано также встретимся и все поедем взрывать. Да. Все, погнали. Давай. Взорвал? Подъедь, контент. Они взрываются. Блять! Подъезжай. Его подруга. Они не взрываются. Подъезжай. Они, короче, к вам бегут все, слышите? В спину их надо тулить вам. Сука, так проебались, почему они не взорвались, блядь? Я ебнулся. Прямо просто хуярать. Вы знаете, как это выглядело? Ебаш. Как? Ну, блядь, Эван. Патроны. Ёб твою мать, Эван, нас сейчас ёбнут. Нормально. Как такой главный, просто скиньте фотку, где все угонки находятся. Все на меня, и они стояли в поле в 6 человек. Убил одного. Подожди, дай заскриню эту херню. Написать, пацаны, угонки, забирайте, все стоят. Подъедут, они на них сагрятся, и мы под шумок можем их разъебать. Они там ограждения выстраивают. Просто через центр херачить, я их зажму. Убил снопу. Заезжай направо и просто прямо едь. Вот так вот. Да, Клар Феррари, вот так ебашь. Только быстрее, что... Блядь, закоцал. Стоп, тут никого нет. А вон сзади, блядь, вышли, блядь, муравейники ебаные. Подъезжай жопой. Она же не простреляется вроде, да? Да, вот жопой играйте лучше. Да. Вон, туль. Блядь, аккуратно, Эван. Ярик, не хочешь ко мне сесть просто? А мне не с чем. Блядь, меня простреливают. Стой. Меня простреливают. Они лоу хп. Вот ты положил кого-то, не? Да, я двух положил. А чё, я его два раза. А чё за херня? Да. Чё, лутаем? О, лутает, блядь. Ёбнуться, Эван, блядь, нас всех пизданул. Убил. Внутри. Наверху. Наверху, аккуратно. Наверху. Да боком не едь. Убил. Молодец. Бля, а чё у них народ там потерял? Всё. Машины подъезжают. Дай патроны хотя бы какие-то. Хотя бы одну машину скрыть.
Бля, подождите, а что будет, если сейчас взять самолет реактивный? И залететь могу, просто туда нахуй. Бля, давай! Это будет весело. Бля. Кстати, лететь недалеко, кстати. Да, я не знаю, просто нахуй сейчас две бомбочки, ебать, прилетит. На здании встал, блять, пытается просто. На здании тип. Он у нас спереди. Там наверху на крыше видит. Видишь? Убил, на крыше убил. Еще на крыше. По нам с горы. Еще на крыше. Еще один. Я не вижу никого. На крыше убил. Еще один убил. А да внутри, внутри опять гаража. Слева, 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 Тёмыч. Я бать, поехал. Где слева? В гараже, в гараже. Я лечу. Блять, кикер. А меня убили с горы. Пацаны, встречайте, блять, Алак бабах нахуй. Подожди, 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 поехали, поехали, поехали. Блять, я патроны подобрал. Мразь, просто мразь. Алак бабах, давай. Бля. Бля, я там, короче, уебался в тачке. Они взорвались, нет? Нет, наверное. Во имя бога всего контента. Прошу извинения, что я не успел заснять этот момент, когда реактивный самолет влетает в эти автомобили. Но бюджетом моего села мы все-таки смогли воссоздать этот момент, и я решил вам его показать. Ну и чё, ебать? Нормально с тачки? Да они броников бегают слабые. Они ничего больше не могут, кроме броников. Блядь, сколько они их там наманили, эти бронежилеты? Сейчас бить может кого-то или нет? Или пизда будет? Они все на нас загрелись, блин. Я думал, я умру. Я тоже. На крыше вон. Убивайте того на крыше. На крыше ебал, да. Вон еще на крыше, бля, а почему не регает? Я по нему прям стою. Я ебачу, блядь. А так можно достать. А, да. Вот, теперь достает. Забей, Тёма, мы в машине сидим. Кихер, давай. Почему он за Кемира находится, ёб твою мать? Убил. Одного убил. Супра есть? Посмотри, Супра. Ещё. Да, есть. Давай Супру заберу. Убил, нет, я говорю. О, спереди. Гагарин спереди вышел. Блядь, прикрывать. А, я умер. А, вижу. Спустились, да. О! Да, да. Не пробивает. Да подожди, не стреляй по ним. Вставочку не проходит. Работаем. Да. Я не вижу никого. А в смысле? А, убил. А, там реально админ сидит. В машине сразу фул хп бинты хиляют. Да? Да. Если хотите забрать эти угонки, то вам надо просто их ебашить и все. Вот это поворот! С фейерверком бегает. Что ты увидел нахуй? Какой там пиздец, блять. Чего? А как он? Как он выжил, блядь? А как? Откатывай. Заснял. Стив стоит за нами, наблюдает сзади, слышишь? Сзади стоит. Так это... Покажите, сзади. Гагарин. Нет, сзади, за забором синим. А вот он на мотике, он приехал сюда, постоял. Слышишь, за забором синим стоит, наблюдает. А, реально? Да. Поехали спросим, что стоит? Может, пока они переписываются, поедем за пушем? Да, давай, поехали. Погнали. А, то ты добер потянулся, блядь. Он тоже тулил? Где они? Да. О, приехали! На крыше! Ебаш! Убил на крыше. А, тут экстрим, блять, еще. Заезжай внутрь. Забей на мистраль, забей. Едь прямо. С крыши, там пятеро типов сидит. Здорово, Слава. А вон там дырень была, тёмная дырень была. Сзади. Блядь, подбивает нахуй. Вон сзади, бежит. А, это кихер. Оп. Вон слева дырка, стой. Ебать, я назад. Я не вижу. Да, высадились. Вон. Машину убрали, блядь. Вперед. Давай, куста. Да, убил. Почему багаюз, блядь, это фича сервера, это все знают, блядь. Это не багаюз. Это не баг, это фича. А, то есть мне Вейс, блядь, дал звезду? Серьезно? Вейс, да, за что он тебе дал? За убийство. За убийство. Откатывай. Лазь заебал. А хелперы с нами? Админы с нами? Нет. Они не с нами, но и не против нас. Убивай. Давай дбш. Дбш. Здесь бить нету, это ёбаный. И всё. Убил. А зачем ты дбшишь, алё? Где супер? Стой. Блядь, вот супер. Супер. А, бля, я на туре убил нахуй. Не в зоне. Чего ты, блядь, ты бэшишь нахуй своих хуйня? Супер беру, цены.
Давай, погнал. Одну тачку. Как в фильмах. Так, я ступор стырил. Все, за ним поехали, за ним. За мной? Ну, за тобой. Да. Все, пока проконтролируем. Тут две угонки стоит, их никто не берет. Три возле ПД. Да ладно. Не вскрыты? Не вскрыты? Нет! Обменяю, на мистрали. Так, одно я сдал, сейчас еду, умираю, еду к вам. А кто на парковке? Две машины только что стырил. Две? Их какие-то педагоги. Да, админы. Админы? Да. Типа им отмычки передавать нельзя, а стырить машину можно? Ну, видимо, блядь, Стоп! Они их оставляют открытыми. Они оставляют открытые, заходи, бери. О, вот что, вот как они додумались, да. Сейчас я приеду. Так, ну что, изи, 42 тысячи получили, поехали за следующими. И после последнего нашего визита прошло минут 20-30, и мы решили вернуться. Они все здесь, да, еще можно. Стреляют, четверо. Их намного меньше, очень, и вообще изи можно стырить тачку. Реально, вот я подъехал к тачке, просто стою на изи, возле нее. Сейчас угоню, подожди. Нужен инструмент отмычки, блядь, и ты еблан? А я что поставил? Вот, я сейчас F90 стою. Блядь, если меня чел не зашарит. Нет! Нет! Давай. Парусек. Я стырил у них F90. F90 я сдал. Еще осталось 4 или 5 штук. А что, гнали Audi? Импалу? Ехал я за теми угонками, значит, и тут стоит прекрасный автомобиль BMW M5 F10, который ломается, 4.4. Зачем я буду тратить нервы, если могу вот так сделать? 48. 56, кстати, очень неплохо. Минус Гагарин, нахуй. Хорош. Все? С него что-то выпало? Выпало. Блять, кирпич выпал. Так, я вскрываю эту. Окей, я вскрываю импалу. А тут еще одна вроде была, нет? Нет, и нет уже. А кто-то приехал. Лёня и приехал. Все, поехали. Можем сразу по правой дороге, понял, чтобы в городе. А вот Лёня за тобой? Да. И, блядь, это такая шляпа есть, честно. Он опять не за мной. Тачки. Можешь хлопануть? Он меня стреляет. Убил. Ставь авторитету, вот эту себе заберешь. Учи. Блять, меня зажали. Спасибо, выходи. Да, выйди, спасибо. Забери другую. А где? Эту оставь сзади. Все. Бля, как мне бесит он, нахуй. Я попробую свалить. Я думаю, может спрятаться сначала, подождать, переждать его, а то он меня догонит. Блять, это за мной, походу. Да, это за мной, забей. Я на 6-й заправке. На заправке. Но зато хоть мои... Сколько я 3 машины оттуда взял? Или 2? 2. Тут другие челы заработали, и мы все ихнюю эту богадельню разбили. Ибо нефиг. А у меня на этом все. Вот такой вот ролик вышел. Спасибо, что досмотрел. Если досмотрел, то напиши хотя бы плюсик, комментарий, мне будет очень приятно. Вообще, напиши, как тебе такие ролики. Может пойти опять на кап, как это было в прошлом году, было очень весело. Пообязательно подержи лайкосом этот видос, подпиской, чтобы не пропускать новые ролики. Колокольчик, чтобы всегда их смотреть первым. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока.